всем абонентам кабельного телевидения «Волна». Акция «Новый год без долгов». Для участия всего лишь нужно войти в 2022 год без задолженности по абонентской плате за телевидение. Дата розыгрыша ценных призов и подарков будет сообщена дополнительно. Адреса центров обслуживания клиентов: улица Островского, 74, телефон 720070, и улица Ленина, 16, телефон 790099. Стань одним из счастливчиков! Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг: замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. Сдадут гараж в ГСК «Энергетик». Подробности по телефону 8-904-104-07-41. Продаются санки «Ника Китс». Есть колесики, сумка, накидка, крыша. Недорого, срочно. Звоните по телефону 8-912-118-22-68. Вниманию населения, уважаемые жители, гости города и района. 18 декабря 2021 года планируется проведение работ по расчистке снега на площади Привокзальной и автомобильной стоянки. Просим водителей убрать свои автомобили с прилегающей территории. Продается теплая квартира улучшенной планировки на 5-м этаже 9-этажного дома по улице Комсомольской, 25. Свободно от проживания, частично сделан косметический ремонт. Чистый подъезд, спокойные соседи. Рядом с домом школа, детский сад. Цена 900 тысяч рублей. Обращайтесь по телефону 8-910-390-34-37. Внимание, новинка! В продаже настенные треугольные календари на 2022 год. Цена 200 рублей. Заказать можно по адресам: улица Островского, 74, улица Ленина, 16, и улица Русанова, 16. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.